Всем-всем привет! С вами Татьяна. И канал мой называется Татьяна Беликова. Девочки, давно собиралась снять видео о моих посылочках с AliExpress, но у меня все никак не получалось. То сильно жарко, то нету как бы возможности по каким-то делам все. И сейчас вот я выбрала время, жара маленечко спала, хотя на улице опять же 35 градусов. Но так почему-то не печет сегодня, есть чуть-чуть небольшой ветерок, что жить можно. Поэтому решила снять для вас видео, что же мы тут покупали. Кое-что куплено из сережек для моих девчат и кое-что куплено для моих поделок. Начнем, наверное, с поделок, и потом я вам покажу серьги. Здесь серьги заказывали, кольца заказывали. Это, девчата, сразу скажу, ссылки не буду оставлять. Была распродажа на AliExpress, уже заказывала как бы я давно. Ну, месяца два это прошло уже точно, и кое-чего из этих вот товаров уже там нету. Вот. Но я попала именно под распродажу. Вот. И была, вот, как сказать, очень быстрая как бы доставка. Но она не на весь товар оказалась такой прям вот, чтобы уж очень-очень быстро. Итак, начнем. Начнем мы с того, что я купила для своего творчества. Девочки, вот такие вот бусины приобрела. Их по 10 штучек. Смотрите, вот внутри там, видите, они стеклянные. И внутри вот здесь прям розочки. Я пока их не открываю. Жара уйдет, тогда будем заниматься вот и маркерами, и серьгами, браслетиками. И вот это вот нам все тогда пригодится. Два цвета выбирала. То, что мне вот понравилось, то я и выписала. Симпатичные их по... Так, здесь вот 4, 7, по 10 штучек в пакетике. Вот в таких пакетиках они и пришли. Вот, девчата, взяла вот такие вот делать сережечки. Видите, какие красивенькие. Но они вот чем, конечно, на детские вот ушки. Все хорошо и застежка хорошая. Видите, прям отличная. Они не темнеют. Но вот сам диаметр, французская застежка называется, вот сюда вешать, вот, допустим, берешь и сюда вот подвешиваешь вот такие вот цветочки. Вот вам будут уже серьги. Их у меня я купила 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 пар. То есть здесь вот 10 сережек. А цветочки эмалевые, девчата, я взяла микс. Здесь получается 4 белых, 4 вот таких, как пыльная роза, 2 черненьких эмальки, и у меня получается 6. Вот это вот это делать серьги, девчата. Ну, сейчас модно вот эти вот эмалевые, Вера носит. С огромным удовольствием. И внутри вот камушек циркония. Сделано все классно. Смотрите, вот эта изнаночная сторона. И здесь вот такой вот цветочек. Вот эти вот сережки, девчата, я уже делала с них. Даже купаемся. Вера носит, и я ношу. У меня побольше. Не темнеют. Не темнеют. Покрытие очень хорошее. Классная. Вот изъянов вообще нету и претензий вообще вот к ним нету. Давайте следующее посмотрим.
Девочки, получила подвесочки. Смотрите, какие красивые. Камушки натуральные. Вообще, это тигровый вроде как глаз. Вот они. Но это можно делать на шее украшения. Вот эти подвешивать. Для сережек они очень тяжеленькие. Видите, какие? Очень красивые. Вот здесь вот царапинка есть, я смотрю. Вот они. Эти вообще очень-очень красивые. Видите? Можно украшение на шею в виде чокера делать. Вот такие. Вера сказала, мам, мне вот такую. Я говорю, ладно. В виде зуба. Видите? Тоже симпатичные. В общем, девчата, вот эти на сережки. Вот. Тоже камушек. Это камушки натуральные. Тут тигровый глаз. Вот такие вот штучечки тоже красивенные. Видите? Вот здесь вижу, как... Вот видите, скол есть. А, это вот девчат счищается, вот, видать, от пакетика, вот, поэтому вот эту почистила, а это нет, это как скол, правда, вот такие, красивые, очень-очень красивые, вот такие вот зелененькие, тоже можно... делать украшение на шею, а можно вот эту вот снять штучку и делать сережки. Их у меня 4 штучки и 4 вот такие. Вот это тигровый глаз. И пришли девчата уже в виде сережек. Вот они вот типа этого. Вот. Но здесь просто вот швензочки, видите, самые простенькие. Это я уберу и сюда сделаем хорошие швензы, качественные. И будут, смотрите, какие красивенные серьги. Вот. Вообще вот эти вот замечательные. Вот такие. И вот такие пришли сережки. Как бы показать сейчас, девочки. Вот. Вот они, видите? И здесь рисунки, вот сравните, видите рисуночек? А здесь как бы вот такие полосочки, здесь вот так. Но смотрятся они очень красиво, очень красивые. Вот такие вот штучки. Сейчас мода, я вчера ехала в автобусе, гляжу, женщина едет нашего возраста, и у нее белые такие, прям вот большие-большие серьги сделаны. Ну, такие вижу, что вручную тоже, ручная работа. И она ехала такая счастливая. Вот, девочки, еще подвески. Тут 24 штуки. Сейчас я вам их поближе-поближе покажу. Ну, вот здесь, девочки, у меня 24 штуки, подвески. Натуральный камень, тигровый глаз, кристаллы агата, бирюза в форме сердца и размер 20 миллиметров. Смотрите, какая красота. Можно делать украшения на шею, на браслеты. И положил продавец вот такой чокер. Ну, веревочку в подарок, видать. Вот. Вот повесили мы вот такое сердечко. Это Веры. Одевай любое. Смотрите, какое оно красивое. Вот так оно будет смотреться. Они все, все прям вот шикарные. Вот можно подбирать под сережки. Вот такие вот черненькие, видите, аж прям переливаются все. Вот такой вот белый цвет. Вот такой цвет. Вот такой камушек очень красивый, девчат, смотрите. Вот такой. Вот они.
Вот это вообще шикарный цвет такой. Мне нравится. Он голубой, тоже красивый. Вот такие вот можно вот серьги и чокер сделать, или бусы. Но у меня бусы должны еще прийти. Вроде как заказывала, что-то их долго нет. Там бусы такие, ну, хорошее качество, которое можно сделать украшение на шею. И вот добавлять вот такие туда подвесочки. Будет тоже красиво смотреться, девчата. Потом вот такой вот цвет. В общем, гляньте. Видите? Красота. Просто красота. Это вот оптом продавалось. 644 рубля за 24 штучки. Вот тоже красиво. Вот они. Это все я брала для поделок. Это будем делать. Вот. Вот беленькое просто. Вот такой камушек. Очень красивые, девчата. Очень-очень. А вот, гляньте, какой красивый камень. Правда же? Вообще рисунок такой прям. Вот. Очень красиво. Вот. Вот такой красивый, да? И все они сделаны в виде сердечек. Вот, тоже красивые. Для сережек это, ну, как бы тяжеловато, я думаю, нет. А вот именно украшение на шею. Вот, чокеры делать можно. Можно просто даже, знаете, вязать, связать. Типа чокера. И повесить вот такое украшение. Будет здорово, девочки. Затем, что я еще взяла. Я взяла этот раз колечки. Но колечки я немножко взяла большого размера. 12 миллиметров. Надо было все же брать 10. Вот я раньше брала восьмерку, по-моему. Но эти, вот эти, да, они тоже, в принципе, вот на спицы 7. 8, кто вяжет, да? Вот можно тогда их сделать на эти. Сейчас мы попробуем. Возьму эти спицы большие и посмотрим с вами, девочки. Сейчас, минуточку. Ну вот смотрите, девчат, я взял десятку и шестерку. Вот на десятке, конечно, будет маловато, потому что здесь будет еще висеть маркер. На восьмерку... На восьмерку. Сейчас мы возьмем спицы, восьмой номер померим. А вот на шестерку вообще прекрасно. Видите, как бегает? Ну, вот здесь будет висеть маркер. Вот сюда вешается маркерок. Сейчас я повешу, вам покажу. Ну вот, девочки, смотрите. Вот маркер бегающий. Видите? Вот. Если это вот маленький, для маленьких спиц маркер. Колечко здесь у меня висит. И здесь кольца я покупала двойные. А это с Алиэкспресс одинарное. Теперь маркеры я буду делать на одинарных кольцах. Но нужно заказать помельче колечки. Восьмерку. И семерку можно брать. Вот они будут тогда красиво смотреться. И мешать не будет ничего. И так вот они, видите, они жесткие. Очень жесткие. Что не так просто их согнуть. Их, по-моему, вот здесь по 100 штук. По-моему, по 100. Я взяла в золотом и в серебряном цвете. Но это уйдет. Даже можно делать, когда бусы, и совмещать одну сторону. Сейчас вот делаю так. Бусы идут, бусы. С другой стороны раз, и идут цепочка. Можно даже совместить. Одно колечко серебряное, одно под золото. Вот так. Чередовать. Тоже будет красиво. Молодежь сейчас носит все такие необычные украшения, девочки. Поэтому
Они не пропадут, если они не уйдут на маркеры. Но я сделаю все равно немножко под большие маркеры. То они уйдут в украшения, эти колечки. Девочки, пришли вот такие вот бусинки. Сейчас я вытащу, вам их поближе прям покажу. Но они настолько красивые. Это, я думаю, тоже уйдут они куда-то в украшения. Смотрите. Они внутри пустотелые. Вот такая работа ювелирная прямо. Но очень классные. Видите? И они вот продавались именно по 6 штучек набор. Тоже была на распродаже. Быстрая вот доставка. Ну и я, конечно же, соблазнилась, так сказать. Взяла. Но я думаю, они пригодятся. Это я буду для девчат делать украшения. Они, конечно, будут использованы. Вот такие подвесочки я здесь покупала, помните, в нашем магазине. Они, конечно, в магазине намного дороже, чем на AliExpress. Вот такие красивые ключики. Удобно вешать на маркеры. Допустим, 8 маркеров, а 9-й, начало ряда, вешается подвесочка. Очень классно. Здесь вот в серебряном цвете, под золото. И вот такой вот тоже цвет. Забыла, как он называется, но неважно. Факт то, что тут 3 цвета. 3 цвета, но их тоже прилично. Там они, конечно, подешевле, чем у нас здесь в магазине. Здесь, по-моему, 50, девочки, штук. Да, ключиков 50 штук. Следующие подвески, девчат, я брала для изготовления сережек. Но они оказались вот эти вот очень уж маленькие. Но вот эти вот покрупнее. Давайте вот с этих посмотрим. Они, конечно, не из дешевых, но уж очень-очень такие красивые. Вот здесь на 2 сережек. Вот такие вот цветочки. Смотрите, девчат. Симпатичные, симпатичные. Видите? Вот такие. Красный камушек. Вот цвет не попадает, но они вот так вот с изнаночной, как бы с другой стороны они выглядят, девочки. Вот здесь претензий нет. Работа прям выполнена очень-очень качественно, под золото. Видите? Ну, нету, не скажу, чтобы где-то какой-то изъян был, и камушек ровно. И вот эти вот цапочки держат прям ровненько все. Это я буду делать тоже серьги. Вот мне надо еще маленькие колечки вот под золото, соединительные. Очень маленькие у меня есть, но они мягкие, я вам скажу. А нужно такие более жесткие поискать на AliExpress. В общем, еще, чтобы все воплотить, это еще не все приобретено. Но вот здесь 2 пары сережек. Красивые, прям красивые. Вот, девочки, нашла я запись. Это у меня, значит, пишут розово-красные, сапфировые, латунные, позолоченные, подвесные серьги. Вот это вот для сережек. Ну, красивые, очень красивые. Цена их, вот 2 штучки, 380 рублей. Но они симпатичные, конечно. И в серьгах, девчата, они будут очень классно смотреться. Вот из этих буду делать серьги. Следующие, девочки, вот такие же для сережек подвески. То же самое, как бы латунные, позолоченные подвески для сережек. Ой, очень красивые, но вот они маленькие. Видите, какие они мелкие. Их по 10 штучек, то есть это на 5 пар сережек. И я их заказала в 3 цветах.
Сейчас вам поближе вот цвет покажу. Вот видите, какой вот прям вот, вот такой вот. Вот так оно с обратной стороны смотрится. Сделано очень-очень качественно, очень аккуратно. Вот оно. Видите? Камушек белый. Тоже вот 10 штучек. Это на 5 пар сережек. Потом вот здесь вот камушек. Видите, какой красивенный. Я люблю вот такого цвета камни. Вообще. Вот так сбоку. Вот так задняя сторона. И вот так вот сторона снизу смотрится. Это вот, девчата, вот для детских именно сережек. Их тоже на 5 пар серег. И вот такой вот камушек нежно-нежно розовенький. Тоже их 10 штук. Это, конечно, вот эти вещички, они подороже. Но я думаю, что это стоит для сережек. Зато будут серьги качественные, девчата, очень красивые. Но это будут детские серьги. Следующая посылочка. Вот такие, девчата, подвесочки. Смотрите, классные. Я увидела. Но они что-то недорогие были. Думаю, дай-ка я тоже их куплю. Прикольные. Вот здесь швейная машинка, видите? Вот тут швейная машинка вот побольше. Ну, классные. Просто вот классные. Ножнички. Ножнички вот 4 аж пары. Они все в разных видах. Даже написано, девчат, читайте, Зингер. Машинка Зингер. Видите? Вот машинка. И вот машинка. 3 машинки, 4 ножниц. Вот такие пуговки, подвесочка. Вот такая пуговка. Это намотка, якобы, ниточка. Ну, а это, я не знаю, носок, что ли, вязаный, или что это такое. Вот, что это у нас? Не знаю даже, что это за подвеска. И вот как иголка. Ну, все хорошие. И что-то они недорогие, девчат, вот эти вот подвесочки. По 12, по-моему, штук тут. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Да, 84 рубля вот такой набор. Поэтому я их и купила. Следующие подвески, девчата, вот такие в виде листиков. Тоже симпатичные. Можно и на чокеры их, можно использовать и на серьги. Да? Будет классно смотреться причем. Вот. Но нужно переходничок. Вот я говорю, купить мне еще соединительные колечки. Вот. Но я вижу, допустим, их вот в серьгах. Они будут красивые. Смотреться будет классно. Можно и на браслеты вешать. Они тоже что-то по 84, по-моему, рубля. В виде сердца. Ага, это посеребряные. Так, подождите, сейчас я найду их. Ну, 84, по-моему, рубля. Угу. Да, тоже наборчик. 30 штук их, девчата, и цена 85 рублей всего. Поэтому я их и брала. Но они симпатичные. Это тоже серебро. Такие хорошенькие. Видите, прям сделано очень качественно. Вот обратная сторона. Нету никаких вот, чтобы там, знаете, изъяны были. Ни в одной штучке я не нашла изъянов. Абсолютно. Качественно сделано, очень даже. Ну, тоже такой же наборчик, девочки. Только что листики, кленовый лист. Вот он. Вот так на обороте смотрится. И вот так вот он выглядит. Тоже можно использовать и в серьгах, и в наших маркерах вешать. И в подвесочках каких-то там, да? Тот же чокер.
на тот же браслетик. Везде, везде пригодятся. Они недорогие, девчата, их тоже здесь 50, по-моему, штучек. Вот такой еще, девочки, наборчик, тоже подвески, видите, дерево. Вот так оно, ой, смотрится, сейчас поближе покажу. Вот так, симпатичная, тоже классная. И вот так оборотная сторона, гладкая, не двухсторонняя, вот. На маркеры пойдут вешать их. Тоже они легенькие. Для маркерочков само то будет. Ну и можно также подросткам вот на чокеры вешать. Их в наборе 31 штука. Китаец положил одну с запасом. Ну и последний вот тут наборчик у меня подвесок. Это брала я микс. Девочки, тут видите, и серебряные, и под золото, и тематика разная, вот совершенно. Вот девочки, как вот Маргарита мне присылала, я из них, кстати, сделала серьги. Вот здесь есть рыбка, вот она, рыбка. Сейчас поближе вам ее покажу. Вот она, рыбешка, видите? Она вот двухсторонняя. С одной стороны. И вот она с другой стороны. Потом вот такая лошадка. Вот. Вот эти подвески все двухсторонние. Вот знак бесконечности. Бабочка, девочки. Вот она. Потом вот такая вот девчуля. Девочка классная. Ключик. Штурвал. Такая вот бабочка. Так, эти я убираю. Сейчас те будем смотреть. Ну, классные. Прям вот они все хорошенькие. Вот такие вот подвесочки. Они, Вера уже сказала, мама, вот эти все на шею украшения. Вот они, видите? Тут вот дерево. Это какие-то вот знаки. Здесь корона. Вот. Они все, девчата, двухсторонние. Вот такие. Вот. Перо. Вот такая лошадка. Листочек. А это вот человечек, я вижу, то ли с крылышками он, не пойму. Вот он односторонний. Вот видите, да? Как будто человечек вот ручки сложил, там, наверное, это ангелок. Вот, скорее всего, ангелок с крылышками. Вот такой дельфинчик. Вот ключик. А это ножка ребенка. Вот такая вот киска. У нас есть одна киска такая же, вот тоже большая. Видите, она с глазками. Ну, это Кристине сделаем украшение с кошечкой. Она односторонняя. Вот опять дельфинчик. Бабочка. Так, а бабочка? Бабочка уже попадалась, и вот такая еще. Ой, простите, задела. Бабочка, слоник. Слоник классный, да? Я обожаю вот таких девочек. И мои любимые совушки. Вот совушка какая красивая. Видите? Вот она. Симпатяшка. И вот такой еще один слоник. Вот их два слоника. Ой, как вас поставить? Вот. Один серебряный, один золотой идут.
детеныши. Вот такой якорь. Вот такая подвесочка. И вот еще корона. Это, я не знаю, замочек, что ли. Как будто замочек, да, девочки? Вот такая вот красота. Обожаю вот таких девочек, слоников и соушек. Еще люблю лягушек. Ну вот, девчата, теперь перейдем с вами к серьгам. Покажу вам сережки. И еще раз скажу, что когда была там распродажа, вот там была распродажа в начале июня, по-моему, до 26 или 21 июня. Вот в тот период времени я на распродаже умудрилась все это выписать по очень-очень-очень хорошим ценам. Допустим, серьги, да? Вот эмаль в виде сердца. Цена вот этой пары 61,40. Но вот что у меня тут вот в тетрадке записано, то я вам, конечно, скажу. Вот такие, девчата, сережечки. Ой, как вам показать? Вот. Сейчас вот мода эмаль. Вот такие вот серьги. Вот, вот так они выглядят. И цена их 61 рубль 40 копеек. Девчат, ну что не купить-то, да? Очень симпатичные, молодежные. Пусть носит, сезон проносит даже и то. Надоедят, будут лежать. Потом захочет, возьмет снова. Следующие серьги я вам сейчас покажу. Почему-то китаец положил их две пары. Может быть, взамен той пары, вот которая у меня была немножечко плохо закрывалась. И он мне сказал, я вам доложу следующую покупку, доложу. А мы с Верой распечатываем, она говорит, мам, одинаковые. Я говорю, ну, одни будут твои, одни подарим кому-нибудь. Вот такие, девочки, сережки, гвоздики, видите они? И здесь вот луна и как бы звездочка со стразиками. Серьги-то красивые, девчата. Вот они, видите, так вот выглядят. Вообще классные. Вера любит, она любит такие вот всякие безделушки. И она, девчата, их каждый день буквально... Вот надо мне вот... Вот здесь классно, что они прям вот ну, такие, не гнущиеся, вот эта вот штука, прям жесткое основание. Нужно мне вот такие вот штучки заказать. Вот это вот ерунда, конечно, но есть, знаете, такие с железочками вот здесь. Вот те надо заказать. 100 штук там копейки тоже они стоят. И чтобы они были, потому что вот именно теряются вот эти вот заглушечки. Вот. Вот такие вот штучки. Их две пары. Ну, пусть носит. Хотя, в принципе, да, нет. Тоже тут вот то же самое. Одинаковые совершенно. Вторые открывать пока не будем тогда. Да? Давайте вот эти открою. Тоже серьги. Очень они мне понравились. Это тоже, по-моему, гвоздики. Но гляньте, какая прелесть, девочки. Это вот такие вот красавицы. Просто красавицы. Вот. Вообще красивенные. Просто красивенные. Что-то они тоже дешевенькие. Я сейчас не найду цену. Но недорогие. Я помню, что... А, вот она, водяная капля с кубическим... Камушки циркония, вот они, видите, все. Вот эти серьги 230 рублей. Но они очень красивые. Вот так вот выглядят, девчата. Вот. Здесь просто, просто одеваются. Вот. Тоже вот это все плотное.
никуда они не слетят. Но если так вот кто-то хочет, вот такие можно заглушечки сзади одевать. Но смотрятся они очень нарядно и очень-очень красиво. Вот. Вера все ждала, когда же мама снимет видео, чтобы их одевать. Но она любит, любит девчата. Потом, знаете, пришли вот такие серьги. Но эти мы носить не будем однозначно. Вот здесь вот эта вот часть неаккуратно сделана. Здесь единственное, я сниму, конечно, вот саму бусину. И вот такие, я вот про такие вот соединительные колечки вам сегодня говорила, что они мне вот нужны. Вот эту часть, конечно, она кукле оденем. Серьги Лизе, ходячей кукле. Видите, сделано, девочки, неаккуратно. Вот здесь. Видите? Вот эти серьги сделаны вот топорно. Вот их видно. Но они что-то 45, по-моему, рублей стоили. Я заказала на пробу. Ну и когда пришли они, то сказала, нет, это не то. Верх уйдет на куклу, а низ мы снимем. И низ, конечно, используем. Ну и вот эти заглушечки тоже используем. Вот. А вот эта часть нет. Очень топорно сделано, знаете, как вот не ручная работа, а так тяп-ляп наклеили вот эти вот полосочки и все. Но бывает и такое, девочки. Бывает товар очень прям шикарный, а бывает нет. Ну, я делаю честный обзор. Вот такие, если увидите, не заказывайте. Следующие гвоздики вот такие. Но эти симпатичные. Смотрите, как они смотрятся очень красиво. Но они гвоздики, девочки. Вот так они смотрятся с обратной стороны. Вот так. Но эти неплохие. Но все равно такой дешевенький вариант. Видно, что они прям вот простенькие такие. Очень-очень простенькие. Вот эти серьги, девчат, вот ценники я нашла. 45 рублей стоят. Ну, можно поносить в летний период, а почему бы и нет? Подросткам, да? Девочки, еще одни вот такие вот гвоздики. Эмаль со стразиками. Цена у них 65 рублей. Но смотрится, девчата, очень так красиво. В ушки вообще шикарно. Вот такие вот сережечки. Вот здесь претензий нету к тому, как они вот сделаны. Вот здесь все-все камушки. Вот они все. Видите? Вот так они выглядят с обратной стороны. Вот видите? Ну, смотрится элегантно. В ушки вообще замечательно. Вот такие вот маленькие гвоздички. Эмалевые. Те у нас крупные, красненькие, а эти черненькая эмаль. Симпатичные, правда, девчат? Ну и цена, девчат, 65 рублей. Почему не купить ребенку? Ну вот, дошла я до колец. Эта Вера заказала парные кольца. Вот это вот с камушком, сердечко, это ей. Они вот такие здесь, девочки, вот разъемные. То есть растягиваешь вот здесь кольцо. Туго очень идет. Ну вот здесь безразмерное получается. И вот такое еще колечко. Это серебро. Лове написано, видите? А здесь что? Тут тоже что-то написано. Ну, короче, это Сашке другу, а это ей. Они дружат с 8 лет, ну и дарят периодически подарки вот друг другу. Она говорит, мама, это мне и Саше. Я говорю, ну хорошо. Вот такие вот два колечка, девчата. Вот так они сбоку, и вот так они
смотрится. Вот. Это она придет сегодня, заберет. А то она их ждала-ждала, когда ты снимешь. И кольцо, то Саша уезжает в Москву. Вот они едут, и она хочет ему подарить до отъезда. Китаец даже подарок положил, вот резиночку. Мелочь, но приятно. Девочки, сейчас я вам покажу один наборчик. Вот, по-моему, этот называется... Так, да, называется он подсолнух. По-моему, этот. Сейчас я вам открою и покажу. Это тоже была распродажа. Что-то он очень дешево стоил. Сейчас я открою и подключу. В общем, девочки, я искала цену. Вот такие наборы я и купила. Вот вы знаете, входит кольцо. Вот такое колечко, да? Серебро. 925 пробы. Это тоже была распродажа. Вот они, серьги. Вот он набор. Подсолнух, по-моему, назывался. Вот такие вот сережечки. Вот они красивые-красивые. И подвеска, девчата. Вы представляете, цена вот этого набора 90, по-моему, рублей. Даже 100 рублей не было. Вот. Это вот тоже была вот распродажа. Цепочка 45 сантиметров. Цепочка вот такая вот крученная, неплохая. Единственное, я стала открывать, и вот здесь замочек у цепочки сломала. Ну, руки у меня, конечно, уже крюки. Но эту штучку мы снимем. У меня есть такие. И мы ее заменим. Но набор, девочки, просто обалденный. Для девочки. Разве плохо? Очень даже. Сейчас. Вот так вам покажу. Вот кольцо и серьги. Смотрите, как они смотрятся. И это набор за 100 рублей. И вот такая плюс подвеска с цепочкой. Представляете, а на солнце он играет. Он прям играет, девчата. Швензы хорошие. Вот, французская здесь застежка. Вообще классный. Мне очень нравится. Вера говорит, мам, можешь и ты носить? Я говорю, да, в принципе-то да, серьги, да. Вот, подвески я не ношу, кольца как бы я тоже не ношу. Но очень красивый набор, пускай носит ребенок, меняет и радуется жизни. Для чего мы живем, девочки? Для того, чтобы быть на этой земле счастливыми. Особенно хочется, чтобы наши дети были счастливее, чем мы. Это так. Девочки, вот еще один набор. Смотрите, сережечки и подвесочка. Вот камушек цирконий. Смотрите, как они тоже переливаются. Вот они. Вообще очень-очень красивенькие. Просто класс. Просто класс. Тоже французская. Вот она, застежка. Ой, вам не видно сейчас, девочки. Вот французская застежка. Застежки тугие, хорошие. То есть серьга уже у вас как бы, ну, не потеряется. И выглядят они вот так. Вот, видите? На солнышке вообще играет камушек. Вот так, девочки, сбоку. И вот так вот задняя сторона смотрится. Вот она сбоку. И вот передняя сторона. Цепочки. Вот только цепочки у них 45 сантиметров. Короткие. Но это не беда. Кто хочет, можно найти цепочку и на 60 сантиметров. Вот. Здесь тоже проба.
925-я, то есть серебро. И вот такая вот крученная цепочка. Класс. Тоже 100 рублей цена этого вот набора. Просто классные. И самое... А, еще один набор. Вот он. Сейчас достану вам еще один. Покажу. И потом пойдет самое вкусное, самое красивое. Пойдет в магазин вот такой Ксюпинг. Ирочка мне его посоветовала, которая у нас живет в Швеции, по-моему, да? Или Швейцария, в Швеции, по-моему. Спасибо. Спасибо, Ирте, за этот магазин. Я зашла и там тоже нашла на распродаже очень классные, недорогие вещички. И вот такой еще один набор. Тоже его цена, значит, это с каплевидным фианитом. Написано на сайте. Как вот написано, девчат, я записывала. Вот. Серьги 925 пробы. Один комплектик. Подвеска и сережки. 176 рублей. Здесь, смотрите, вот серьги в виде бантика, девочки. Вот. Вот, вот, вот. Прям как будто бантик. Ну, он и есть так в виде бантика. Камушек такой беленький. И такая же французская вот застежечка. Застежки работают, все. Вот так она сзади смотрится, серьга. Вот так вот сбоку, девчат. Цапки вот эти хорошие, ничего не цепляет. Вообще замечательные. И вот такая вот цепочка. Тоже 45 сантиметров. И подвесочка тоже в виде цветочка. Вот. Симпатично, девчата, скажите. Мне нравится. Вот. Потому что, вы знаете, я скажу так, в нашей молодости, конечно, не было у родителей возможностей, и не было такого изобилия, такой вот красоты. А это красота, девчата. И стоит очень дешево, но почему? Почему бы не побаловать своих деток, внуков? Пускай радуются. Поэтому я даже не жалею, что я вот купила, пусть она носит и будет самая счастливая. Вот такой наборчик. Сейчас открывать будем с вами серьги у меня и еще кольца. Девочки, вот таких двое сережек купила. Одни в золотом цвете, другие в серебряном. Французская застежка. Смотрите, как они все переливаются. Здесь камушек цирконий. Но очень-очень красивые. Смотрите. В ушки просто бесподобно смотрятся. Они не тяжелые. Не оттягивают ухо. Вот такие, только в серебряном цвете, ношу я. Сейчас я сниму серьгу и вам покажу. Я в них уже хожу не первый день и купаюсь. Вот она, серьга, видите? Вот точь-точь такая. Точно такая, только что она в серебряном цвете. Это в золотом. Вот она, девочки, моюсь, не снимаю. Хожу уже, ну, порядком я так их ношу. Видите, нигде металл не потемнел, ничего не стало, ни один камушек не вылетел. Серьги просто шикарные. И цена у них, ну, демократичная, девчат, за такую цену. Это не ювелирный магазин, куда надо идти и платить огромные деньги. Купил и носи на здоровье. Вот у меня серьги. Так, я не знаю, сейчас посмотрю по цене.
Найду, то скажу. Девочки, 128 рублей нашла цену на вот эти сережки. Я говорю, но они носятся очень классные, не темнеют, поэтому, девчат, вот эти серьги я вам советую. Если найдете на Алиэкспресс, покупайте смело, ничего им не делается. Они на взрослое ушко. Это не детские сережки. Видите, высота вот швензочки прям хорошенькая. Вот, потому что я по незнанию вот покупала швензы, а они много на детские ушки. Но у меня есть внучка. И какие я вот там сделаю более такие с дорогого материала, то, конечно, я буду продавать. Вот, я их сделаю, я их продам. А вот такие я буду носить с большим-большим удовольствием. У меня нету такого, что вот буду носить только золото и больше ничего. У нас есть и золотые серьги. Но я к таким вот украшениям дорогим, я равнодушна, девчат. Мне все равно. Мне лишь бы они были красивые, нравились. А почему бы и нет? Тем более сейчас бижутерия, она вошла опять прочно в моду. Вот, давайте следующее будем смотреть. Девочки, смотрите, вот такие вот серьги в виде капли. Обалденные, швензы шикарные. Сам вот камушек просто нет у меня слов. Цена этим сережкам, я их тоже ухватила на распродаже. Вы не поверите, девчата, 230 рублей. Поглядите теперь их вот так. Вот так выглядит серьга. Вот она. Вот, вот. Вот так она сбоку смотрится. Швензы бесподобные. Бесподобные. Вот так она смотрится с задней стороны. Девочки, но никаких предъяв вот к этим серьгам быть не может. Вот такие вот подвесочки я купила отдельно. Единственное, мне нужно еще заказать под серьги. Я разных там цветов взяла. Ну, правда, немножко они подороже. Единственное, мне нужно найти вот такие качественные швензы под золото и под серебро. И тоже буду делать серьги. Вот Вера моя хотела вот такие сережки. Ой, мы в магазине глянули, они что-то очень-очень дорого. Я говорю, Вера, давай закажем и сами сделаем. Вот такие подвески у меня уже лежат. Ждут теперь швензы. Теперь дело за швензами. Швензы вот такие найти, взрослые. И будем, девчата, делать с вами серьги. Серьги буду делать немножечко ближе к осени, когда вот эта жара спадет. И когда я, девчат, начну делать, я обязательно это проделаю на камеру. Может быть, кто-то вдохновится и тоже решит сделать. Я человек не жадный. Я вам все покажу, расскажу. Это тоже я вот такие вот подвесочки покупала на Алиэкспресс. Они разные. Единственное, вот была моя ошибка поначалу, когда я покупала, я не читала характеристики, надо читать и отзывы. В характеристиках все размеры вот эти указываются. Вот как я вот купила, сегодня я вам показывала подвесочки, а они оказываются только на детские-детские сережечки. Они маленькие. Но я не пожалела, потому что они качественные, очень красивые. И они уйдут у меня в серьги. Там по 5 пар сережек с каждого цвета у меня получится. Вот эти английская застежечка. Смотрите, замочек работает идеально. Швензы, девочки, вот просто, вы знаете, вот купив вот эти серьги за 230 рублей, их не отличишь от золотых. Понимаете?
Очень красиво, очень красиво. Я буду одевать, и вы во влогах меня увидите. Во влогах буду показывать на ушках, девочки. Поэтому следите за моими видео. Все вот эти сережки, которые куплены для дома, для нас, вы увидите в моих ушах. Следующие серьги. Следующие серьги пришли три пары. Девочки, это что-то с чем-то. Это такой красоты серьги. Они, правда, маленькие. Это для моей внучечки. Сейчас мы откроем. Здесь французская застежечка. Смотрите, девчат. Так, сейчас я вот так вам покажу. Глядите, разве это не красота? Они настолько красивые. Сейчас я их положу между пальчиков и вам покажу. Смотрите, девчата. Швензочки маленькие, французская застежка. Камушек нежно-нежно розовый в виде капельки. Что-то тоже они очень дешево стоили на распродаже. И количество их было ограничено. Я урвала. Потом я хотела еще другого цвета. Но мне уже ответили, что они в ограниченном количестве. И вот глядя на них, я уже заказала вот эти. Они, видите, схожие. Только здесь гвоздики вот эти. А это французская застежка. Девчата, ну просто обалденные. Вот внученька приедет, мы все перемерим. Это, и вот это все уедет к ним домой. Наташа будет ей одевать, менять сережечки. В садик, конечно, не разрешат еще такие. Там боятся, что вдруг ребенок какой-то дернет. А вот так вот, когда с мамой куда-то или с папой пойти... Ну, можно одеть вполне, вполне. Очень красивые. Потом, смотрите, вот такой. Девчата, вот эти вот зелененькие со стразиками. Цена их, вот я сейчас нашла, 141 рубль. Это тоже для внучки. Посмотрите, какая красота. Просто вот, ну, невозможно. Вот сбоку, видите, вот стразики, они все переливаются. Как же вам поближе? Давайте так вот я прям буду держать. Вот так вот они сбоку. Вот так, девочки, они сбоку выглядят. Вот так вот с обратной стороны. И вот так они смотрятся спереди. Вот. Очень красивые. Очень-очень. Но, говорю, маленькие, они вот прям детские. Их тоже было количество ограничено. Я просто сделала вывод, что когда там есть распродажа на Алиэкспресс, девчат, в любом товаре, там просто надо заходить туда почаще, и можно купить шикарные изделия. Ну и по шикарной, конечно, цене. Ценник-то вообще обалденный. Смотрите, какая красота. И еще одни с розовым камушком. Вот те с зелененьким. А еще одни у меня с нежно... А, желтенький камушек. Смотрите. Вот такой вот желтенький камушек. Я не удержалась. Я купила... Говорю, внученька будет ходить, любоваться. Она любит эти вещи. Вот такие вот красотульки. Малюськи, но очень-очень уж они. Прям вот сейчас я положу, чтобы вам показать их еще раз поближе, девочки. Смотрите. Вот такая вот. Ну, просто красота. Девчат, я не знаю. Я вообще люблю красивые вещи. Вот.
Вот эти были, но их сейчас нету. Поэтому смотрите, когда там пишут, что распродажа, и вот эти вот прям я балдею, просто балдею вот от этих сережек. Это что-то с чем-то, смотрите, какая красотища. Следующие девочки прислали, вот последняя посылочка. Тоже серьги пришли. Девчата, я вообще в полном умилении. Это магазин вот этот Ксюпинг. Я не знаю, правильно я говорю или неправильно. Вот название магазина. И смотрим, какие же серьги пришли в этот раз. Девочки, смотрите, какие пришли сережки. Это я вчера их померила. Это настолько красивые. Вот подальше, подальше. Вам сейчас вот подальше прямо их покажу. Вот. И вот поближе. Они все переливают. Вот поймала. Они все, девчат, переливаются. Вот. Это тоже я урвала на распродаже. Сейчас я вам скажу их цену. Вот эти сережечки стоили 304 рубля. Здесь, девчата, английская застежечка. Вот так они выглядят сзади. Вот. Вот так вот сбоку. Сделаны очень-очень качественно. Вот. Швенза шикарная. Застежка шикарная. Вот они, девчата, вообще... Я пришла в восторг вот от этих сережек. И под эти серьги я выбирала, ну, Вера тоже выбирала. Для Веры кольцо. Она говорит, мама, и я же такие. Она любит простые, вот как она вот выбирала, вот такие вот. Ну, которые, знаете, и в мир, и в пир, везде, и на улицу одел и пошел. Смотрите, какое колечко, девочки, с этого же магазина Ксюпинга. Вот такое вот кольцо. Голубенькие Ксюпинг. Вот они в коробочке мне прислали серьги эти. Кольцо номер 6. Так, здесь, значит... Так, 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 с голубым камушком. Вот это колечко, девчат, стоит 358 рублей. Но оно того стоит. Оно того стоит, девчата. Оно такое. Вот от золота, но не отличить. А я говорю, Вер, ну сейчас ты не носишь. Конечно, это не на улицу бегать. А под красивый наряд одеть кольцо и вот эти сережки. Это будет прям просто шикарное украшение. И заказали еще два кольца. Одно, оно неразъемное. Одно заказала Вере. Одно, думала, ну, закажу побольше. Сейчас, девчата, у меня батарейка садится. Вот такие, со знаком «Бесконечность». Вот это вот для Веры колечко. У меня, значит, кольцо. Вот это вот с буквенной вечностью по 123 рубля за каждое кольцо. Ну, это вообще, девчата, 2,5 булки хлеба. Это тоже было на распродаже. Я шестерку взяла вот для Веры. Вот это 6 номер. И вот 8 взяла. Ну, эту посмотрим, если что, я подарю для старшей дочки. Серебро. 925-я проба. Ну, вот такая вот, девчата, неимоверная красота. Ну, вот, девочки, я вам все-все показала. Это мои для моей Верочки. А, кому понравилось что, пишите. Все адекватные комментарии даю ответы.
Ну, а неадекватные комментарии просто удаляем. Всем огромное-огромное спасибо, девчат, кто досмотрел это видео до конца. Мне идут еще посылочки, идут еще и с бусинами. Так что, девчата, кто еще не подписан, подписывайтесь на мой канал. Будет еще впереди очень-очень много интересного и покупок, и вязания, и обзоров наших продуктов, что у нас новенькое появляется в магазине, по каким ценам. Я всегда делаю подробные такие обзоры. А на этом всем самого-самого наилучшего, всем вдохновения, хорошего настроения, самое главное – здоровья. С вами была ваша Татьяна, и всем пока-пока. До новых встреч!